приложит все усилия для обеспечения энергетической безопасности и роста экономики страны. Об этом независимый кандидат на пост президента Игорь Дадон заявил на встрече с рабочими предприятия «Кахулгаз». Он также пообщался с сотрудниками компании, действующей на территории международного порта Джурджулешты. Будучи замминистром экономики, министром экономики, 5-6 лет отвечал вот за все это, когда здесь еще ничего не было. Я приехал в Кагул, и до того, как поехать в Луканешты, решил все-таки сюда приехать и посмотреть, как здесь дела идут. Визит в порт Джурджулешта был связан с тем, что на территории порта расположены транспортные и логистические компании, играющие важную роль во внешней торговле Молдовы. После этого Дадон посетил винодельню в Луканештах и отправился на виноградники. Там он поговорил с рабочими и помог собрать урожай. В избирательном бюллетене Игорь Дадон находится по 4-м номерам.